как просить подарки у мужчин? Вот эта вот позиция, пожалуйста, Андрюшенька, купи мне вот эти туфельки, я очень их хочу, очень-очень, ставит вас в позицию ниже, ставит вас в позицию, что у вас нет денег самостоятельно купить себе то, что вы хотите. Позиция нижней. Как это делается правильно? Вы подходите к своему мужчине и говорите, например, слушай, я там такие классные туфли увидела, была бы очень рада, если бы ты купил мне эти туфли. И если он покупает вам эти туфли и говорит, окей, что вы делаете дальше? Вы показываете ему, что он невероятно заботливый мужчина, и что вам вот приятно получить эти туфли от него, потому что вы чувствуете его там силу и так далее и тому подобное. Например, Андрюша, слушай, я просто в восторге, я такая счастливая женщина рядом с тобой, ты такой заботливый у меня, многим мужчинам следует поучиться у тебя. Как она говорит, в позицию, я бы хотел, чтобы чаечка была в позиции нижней, если вы понимаете, о чем я. Ах, поводочек, ей бы уже прикупил розовый. Ребята, всем привет, Саныч на связи. Максимум, что чаечка может от меня получить, так это порцию белка. Все, все. Интересно, да, говорит, типа, ты покупаешь эту... Андрюша, слушай, Андрюша, я бы заслушай, Андрюша уже бы спросил бы с ним. Я скажу так, я скажу проще, чаечка, понимаешь? Если мужчина, он нормальный мужчина, ты как у него не проси, я повторюсь, то, что больше, чем порцию белка, ну, может быть, несколько порций белка, там, гречки тебе, он прям в гречку тебе... подливки белковой даст, вот, ты ничего больше не добьешься от него, ничего, если нормальный мужчина. Если это вот этот вот товарищ наш парнокопытный, ты как его не проси, он тебе даже без просьбы, он сам тебе их принесет. Ну, потому что он для этого создан. У него прошивка такая, да, вот. А пока она не слетит у него, он будет тебе угождать. Ну, вот так вот, вот такая вот скотская прошивка оленячая у мужчин бывает. Мы вот с ней боремся, успехи есть, но пока как бы еще до триумфа далеко, но мы туда дойдем обязательно. Вот, так что чаечка вот так вот. Вот. Насчет порции белка и позиции нижней в личку мне напиши.